тебя большой спрос, потому что много дано, но у тебя же нет ничего. Все твои решения — чужая игра, сценарий с известным концом, хитро придуманный чьим-то умом. Шаг вперед и два назад — верный способ в рай, а если кто не с нами, тот погибнет. Вот и выбирай, ведь можно шаг вправо, шаг влево, русский хоровод, но после шаг вправо, шаг влево, расстрел. Так и живем, о чем говорить, какие полеты идей, боимся друг друга считать за людей. Кроны редеют, стволы гниют, варим кашу из топора, а щепки все летят со двора. Тра-т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 а. Ой, здесь куда ни плюнь, а все за правду стоят или сидят и знают, что делать и кто виноват. А пока ты ждешь первой звезды, и тебе все чего-то нельзя, сплющится скоро наша земля. Так как не хочется быть круглой дурой, раскручивать бессмысленность пагубных идей. Очень опасно читать на ночь сказки и вышивать узор, все концы и развязки проверит надзор. Песню костра — так это вполне, а водить хороводы — так нет. Сразу возникает некий аспект. Все просто: шаг вправо, шаг влево, русский хоровод, но после шаг вправо, шаг влево, расстрел. Шаг вправо, шаг влево, русский хоровод. Шаг вправо, шаг влево, русский хоровод. Шаг вправо, шаг влево, русский хоровод. Спасибо. Юлия Белова. Вот. Ну, спасибо. Хоровод. Сейчас у нас будет хоровод, потому что можем обсудить и высказать свое мнение по всему, что сегодня прозвучало. Какие-то сказать друг другу слова полезные.